Всем привет, вы на канале Food Squad, сегодня на обзоре молочный шоколад от Яшкино. Купили мы его в магазине Ярче за 55 рублей, сейчас мы его попробуем. Укрываем данную кубышечку. Так. Ну, вот так она выглядит. Что ж, приступаю к дегустации. Что ж, друзья, я попробую, теперь могу сделать вердикт. Что это? А, это же наш канал Food Squad. Подписывайтесь на данный канал, тут выходит очень много интересных обзоров на еду и не только. Что-то мы немного отвлеклись. Так, друзья, все, переходим к оценочке. Ставлю данной шоколадке 5 из 5 за свою цену, очень вкусно. Мне очень понравилось, она прям тает во рту. Я думаю, что к чаю и, ну, даже к кофе будет очень прикольно. Всем рекомендую. А еще, ребят, мы нашли интересную особенность. Если взять данную шоколадку и посмотреть, то она очень похожа на Милу ванильную, прям на 100%. Но по вкусу ничего сказать не можем, это надо сравнивать. Если под этим роликом наберется 10 лайков, то мы сделаем обзор сравнения Милы Ванилы и от Яшкино. Что ж, друзья, вы были на канале Food Squad, с вами я, Марат Аромат. Подписывайтесь на данный канал, ставьте лайки, пишите комментарии, что хотите в следующем ролике обзор. А я с вами прощаюсь, до скорых встреч. Пока.